Информация появился у нас. Подонки, посмотрите на них. Опаньки. А, вот тут такая же, Лидия 8. Только меньше раза в два. У него еще фонарик есть такой? Да, он, да. В инфракрасном. Инфракрасный фонарик? Да. Так что может... Пленительного счастья. Да уж, точно. А то что это тут папарацци недоделанный? Одна камера есть, а тут вторая. У него сам дилетацию, он от Лидии. Это Серегина? Да. Серега, твоя? Алло, алло. Ну скажи что-нибудь доброе. Спокойной ночи, доброе утро. Наконец-то ты уезжаешь. Слава Богу. Посплю хоть часа два, может быть. Да, спи спокойно, дорогой товарищ. Нас поспать. Рано-рано утром посплю. Да, кстати, ты ж ищи. Вот тебе два свертка, оба им. И футуропринт тоже. Да. Тоже это женщина. Да. Бай. Бай. А он не тянет, освещение какое-то он мало. Выдает. Ага, мало света. Мало света, не пройти нам в кабинет. Сейчас Наташа на снимется в фильме. А чукчак. Американский сериал про день. Американский оборотень в Интерпласс принте. Еще. А прикольно? Видно, что это наизнанку видно? Не видно, нет. Видно. На швах видно, что наизнанку. Сейчас еще нужно по приколу спуститься вниз в кафе к Семенову. Не, по приколу ты выйди на улицу. Там темно, ничего не видно, никто не видит. А что у меня три номера? 86-817, 86-819. Витя! Люхин движение руки, шуба превращается в обычную дубленку. Сумку свою бери. Телефон взяла? Нет. Пока. Все, у тебя. Все, пошли, пошли, пошли. Гоу, 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 гоу. Пока-пока. Гоу, гоу. Ну заберите меня, я не там камера включена. Повезли, ты не заработался, мужик. Доброе утро. Так и ходит, да? Камера в глазах. Ты мерзла. Со вчерашнего. Очередь. Паша,
Паша нас уже живчиком, короче, заповал. Он уже второй день приходит. Хватит снимать. Он уже второй день приходит с живчиком. А что запугал? Серёжа, это вообще... Поворачивайся, он уже снимает, только вошёл раздевался. Дима, ты не видел вообще? Я первый раз вчера Серёжу показал, мне короче, она, оказывается, в полной темноте снимает. Не включает инфракрасный датчик. И видно всё вообще. Где? В камере видно. А, да. Это в темноте может снимать. Что, набилось? Пойдём туда, в шавандре, короче, покажешь. Пошли, покажу. Фактически прибор ночного вида. Да. Ты первый раз снимаешь? Это ночные прицелы, пошли. Красный подсвет. Вырубай. А как можно посмотреть? Нужно в неё заглянуть, да? Да, я гляну. Сейчас, подожди. А видно? Да, всё, снимают. Видно? Класс, сила. А ну дай, посмотри. Смотри. На красную кнопочку нажимай. Ау! Это осталось для истории. Серёж. И убежала, главное. Это папарацци. Серёга, всё, правильно. Как будто просто бежишь его на одна, и всё выявилось. Сейчас там выходит. Супер. Можно посмотреть. Там фильм показывает. А сегодня утром видел. А в Discovery есть? На утром, кроме как Discovery, смотрите. Козлюки бобры. Что ты, Паша, хотел сказать? Ну, если тут будешь, я тогда, потому что там что-то. Да. Чего, ты очень фотогенична. Очень фотогенична. Я бы даже сказала фотогенична. Фух, я уже устал. Давайте кофе. Да, уж лучше кофе. А у нас есть шампанское. Давайте шампанское, Сережа. Да, я буду, я всегда да. Камера долго стартует. Пока кассета, головки там. Почти 15 секунд стартует. Ну,
Не, не надо. Класс. Прямо в меня целился. Добрый вечер. Сейчас я вас переключу. Прячьте все. Так. Юра, ты поменялся в лице. А чего так делаешь? Бакушка поглядим. А что, вы вас разыскивает милиция? Пошли-ка, покажи свои коровы. Покажи. Принимаю посетителей. Видишь, а все там позакрывались, поотворачивались, да? Боятся. А я вот хочу. Ну и правильно. Ну что, нет, как я выгляжу? Ты же там видишь, я же не вижу. Как всегда. Как всегда. Лучше всех, Серёг. Шо? Ну вот так комплименты на прошествии, все равно ничего не скажет. Пошли к мне. Можно? Конечно, хроника Баттерпасса. Зачем? Нет, именно в рабочей обстановке. Я скажу, что всегда на футбол и хожу. На Спартак. И слова восхищения о брате. А сюда смотреть не нужно? Я смотрю. Здравствуйте. Thank you.
пиво.
Охранник. Я только-только покурил. Все, Юр, пока. Все, спокойной ночи, Серега. Угу. Удачи нам ехать. Будь здоров. Фильтр заем. Все, я пошел. Ну, звони, если что. Да, я понял. Мы все время пользуемся вашими услугами.